Скандалы за насилие над ребенком вспыхнул и в Закарпатье. Директора сельской школы обвинили в том, что она избила ученика. А после этого еще и запугивала других школьников, чтобы никто не узнал о произошедшем. Что же случилось на самом деле, выясняла Марина Коваль. Ярослав учится в третьем классе. В дневнике ни одного замечания о плохом поведении. Спокойный, уравновешенный, хороший, выхованный. Староста класса, отменник. Мальчик рассказывает, играл на перемене с одноклассниками. После звонка дети с криками побежали в класс. Директор школы Наталья Сегеди разозлилась и пошла за Ярославом. И шла до Наталья Федорида, даш директор, и подняла бы да и дарила полицей сюда. Одним только рукоприкладством не обошлось. Директор якобы пригрозила, если Ярослав расскажет о произошедшем, у его семьи будут проблемы. Мальчик полтора месяца скрывал случившееся от родных. Боялся. Что до моих середы выглядит, блядь. По словам мальчика, инцидент видела классный руководитель и даже останавливала кровь. Но учительница это отрицает. Когда уже зайшла, побачила Наталью Федоровну с одного боку, Ярослава напротив. Я не бачила ни крови, он просто был такой шокованный. Розплакався, я его заспокоила. Я бачила лише почервоніння на щуці. Родители говорят, сразу после инцидента дети боялись идти в школу. Директор грозилась сдать непослушных в полицию. В школу, каже, мам, мы гулялися, каже, кінчилася перерва, подзвонить дзвінок. И мы, каже, дуже голосно закричали всі. И побігли на улицу. Наталья Федоровна и вдарила Ярослава по лицу. После этого началась кров. Именно от родителей одноклассников о случившемся узнала бабушка Ярослава. Она воспитывает внука, пока мать и отец на заработках. Женщина пыталась поговорить с директором, но диалога не получилось. Тогда написала заявление в райуправление образования и полицию. У нас догадалась вечером прийти и с мамой, и с двоюродной сестрой. Хотела, чтобы я... Яка уже все, уже везу. Теперь родители учеников требуют, чтобы директора уволили. Самой Наталья Сегедей на рабочем месте не оказалось. С сегодняшнего дня она на больничном. На телефонные звонки не отвечает. Правда, дала объяснение в управлении образования. Наталья Федоровна заперечує факт побиття. Вона зайшла, дитина бігла і чисто випадково наткнулася на її руку. Вона його, хлопчика, не била. В управлении проводят служебное расследование, а в полиции открыли уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения обязанностей сотрудниками школы. Виновникам грозит до 3 лет тюрьмы. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности телеканал Интер. Закарпатская область.